что ж, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуко Фэмили, и мы, точнее, начнем такую необычную игру, которую с прологом, но, увы, проект вроде как заморозили, но он достоин, чтобы вам его показать. Кома Мортуари. Так что, в принципе, будет минимум озвучивания, больше вникания. Интересная игра, которую в Казуко Фэмили мы бы не могли пропустить. Так что, в принципе, приступим. Всем приятного просмотра. Как говорится, полный вперед. Смотрим. Поехали. Когда ничто уже не важно. Действительно необходимое проходит незаметно. Никогда не думал, что все самое интересное в моей жизни начинается с падений. Упасть несложно. Один шаг, и ты летишь. Поднимешься или нет, это прихоть самой капризной в мире леди. Удачи. После аварии я думал, мы с ней подружились. Но долго обманывать мне себя не пришлось. Смерть Стесс окончательно выбила меня из колеи. Я не знал, куда себя деть и куда податься. Со школьной скамьи мы были неразлучны. Один порыв ветра, один исчезнувший знак на дороге, одна пропасть, две жертвы. Я и Тесс. Обрыв, поглотивший мою невесту, притягивал меня все сильнее с каждым днем. Я просыпался и думал о нем. Я ел и думал о нем. Я напивался и шел туда пешком под дождем, рыдая и крича в него, проклиная с яростью и болью в груди.
И когда в моем сердце не осталось живого места, я сел за руль. Я жал на газ, неся сквозь красные огни, сквозь вой сирены и ограды, что возвели после гибели ТЭС. Меня невозможно было остановить. Ведь те, кто гнался, последние минуты хотели спасти, а не арестовать. Их желание было слабее того, кто хотел умереть. Я победил. И теперь я здесь. В мире мертвых. Я пишу эти строки на тот случай, если вдруг меня не станет. Я хочу кое-что оставить о себе и, возможно, помочь тому, кто это прочтет. Знания, которые я передал в этом дневнике, поверхностные, но даже за них здесь карают высшей мерой. Мое появление здесь для меня загадка. Я попал сюда не так, как все остальные. Обычно сюда прибывают на лодках. В этих лодках находятся некогда умершие на земле люди, возродившиеся в своем обличии здесь. Все абсолютно идентично. Пол, возраст, привычки. Но одно из немногих отличий от земного пребывания – это законы, по которым живет тело. Тело неразрывно связано с душой. Если на Земле мы не чувствуем этой связи, то здесь она чувствуется сразу. С той же скоростью, что и срабатывает наша нервная система, когда нам становится больно. И больно в этом мире в основном из-за того, что душа наша не совсем чиста. Все новоприбывшие покойники обезображены порчей. Их тела прокляты ровно настолько, насколько больна их душа.
По истечении 40 дней тело пробуждается. Сначала оно ничего не чувствует. Но как только с него смоет целебная жидкость, за несколько секунд оно становится зеркалом внутреннего мира. И многие за эти секунды умирают. Если не умирают, то по их состоянию определяет, выдержит ли оно операцию или нет. Если нет, то еще живое тело сбрасывает вниз, в бездонные ямы. А если да, то тело зашивает и ведут людей туда, где они еще могут себя спасти. Совсем недавно человек покинул земной мир. Он проснулся, и его окутала неведомая боль. Незнакомые фигуры, склонившиеся над головой, обмыли его, грубо зашили его раны и повели в библиотеку. Вместо отдыха и сна они посадили его за стол перед книгой, где первые строки гласили: «Твой разум — это колба с ядом, а оставить его или вылить — решать тебе». И это было именно так, порча подобна слабодействующему яду. Она не дает телу вздохнуть от напряжения. На Земле мы привыкли к тому, что рана постепенно затягивается и боль утихает. Здесь не существует этого процесса в момент действия порчи. Исцеляются лишь те раны, которые были получены здесь.
Здесь не действуют молитвы наших религий. Нет панацеи, кроме истинного осознания своих ошибок. От человека зависит, насколько он хочет признать свою неправоту и избавиться от мук. Многие так и погибали здесь на полпути к выздоровлению. Но большинство сходило с ума. И лишь единицы выходили здоровыми в портал жизни.
Этот мир как западня. Отсюда есть только один выход. И это не смерть. Умерев здесь, душа навеки становится пленником этих мест и никогда не возродится вновь. Миллионы призраков прячутся во тьме. Искусственный свет их слепит, а природный вергает в муки. Они тянутся к нему, но не могут коснуться. Души не созданы для тьмы, но и свет не принимает их. Они обречены томиться здесь до конца всех времен.
Все началось с прибытия в мортуарий тела одной женщины. В те времена над лечением людей трудились ангелы-утешители. И это были давние времена, о них почти забыли, и лишь статуи напоминают об их былом существовании. Дух ангелов падал с каждым днем. С каждым разом люди пребывали все хуже и хуже. И когда прибыла эта женщина, уставшие и без того ангелы утратили в нас веру и покинули мортуарий. Тело этой женщины после омовения даже не очнулось. Оно сначала развалилось на части, а потом превратилось в гнилую массу, из которой торчали черные поломанные кости. Об этой женщине известно немного.
а она олицетворила в себе все самое худшее, что может быть в людях. Корысть, жадность, тщеславие, жестокость, блуд, святотатство. Но этого списка недостаточно, чтобы проснуться мертвым. Чтобы проснуться мертвым, нужно убить тысячи невинных людей собственными руками. И среди этих тысяч обязательно должны быть дети. Другие обитающие здесь призраки обходят ее стороной. Она держит их на расстоянии, и нет более жестокого существа среди них, чем она. К сожалению, мне довелось с ней повстречаться. Не все призраки так опасны, как она, но лучше их не злить. Они быстро звереют и также быстро приходят в себя. Их жизнь полна скорби и голода по свету, но есть среди них безобидные и даже добрые. Добрые призраки — это сильные души. Говорят, что их рано или поздно забирают небеса, но это только слухи. За много тысяч лет мир мертвых пережил не один переворот. И таким, какой он сейчас, наверное, хуже уже не будет. С уходом ангелов не стало и порядка. После них за мортуарием следили их последователи.
Но и их надолго не хватило. Они сдались, когда на Земле наступил всемирно известный глобальный потоп. Земные события создали здесь настоящий хаос. И некоторое время лодки никто не встречал. Они разбивались о скалы или были съедены обитателями ям, которые пробили с голода сюда дорогу. После небольшого затишья в этот мир прибыли неизвестные, которые называли себя бессмертными. Они поработили выживших, и мортуарий стал колонией. Они продолжили дело ангелов-утешителей, но уже совсем наоборот. Сильных людей путем пыток и унижения они превращали в слабых и отправляли на землю испорченные души. Для этих целей руками рабов были возведены тюрьмы, каждую из которых нетрудно назвать адом. Взрыв моей машины был услышан в тюрьмах. Бессмертные его восприняли как угрозу побега и ликвидировали наиболее сильных и опасных заключенных. Кому-то посчастливилось умереть быстро. А кому-то... Мне повезло, я избежал такой участи, но долго мне тут сидеть не придется. Меня либо казнят, либо я сбегу. Нет ничего хуже, чем сидеть и изо дня в день ждать смерть. Я лучше сам найду ее в попытке что-то изменить.
Так что, надеюсь, дорогие друзья, вам понравилась данная игра, хоть и короткая, но очень интересная. А всем спасибо за внимание. Не забывайте про колокольчик, про лайки, приглашать друзей и смотреть интересные прохождения, дружочек. А всем до новых встреч. Всем пока-пока.